Оказать помощь мобилизованным, которые находятся на территории СВО. Студенты факультета дизайна и лингвистики СКГ шьют терморубашки и кальсоны для военнослужащих. Инициативу студентов поддержало руководство академии. В цеху побывала и Альбина Ламкова. С самого начала событий, происходящих в Украине, Северо-Кавказская государственная академия не оставалась в стороне. Поэтому желание студентов по пошиву одежды для военнослужащих, участвующих в СВО, было поддержано с радостью. Для этого дела закупили необходимое оборудование и организовали 3 пошивочных цеха. В нем работают в 2 смены 40 студентов. Ребята наряду с преподавателями разработали модели нательного белья разных размеров. В раскроенном цехе преподаватели раскрывают детали и отдают на пошив студентам. У каждого свои обязанности. Объединяют юных мастериц одно – желание внести вклад для поддержки ребят. Мы работаем не просто для себя, это отправится все нашим ребятам, они там мерзнут. Работа для студентов дается легко, так как побуждения благие. За день девчонки отшивают до 60 комплектов. При этом обязательно учитывают размерный ряд. Конечно же, хотелось бы выразить большое спасибо нашим студентам за ту ответственность, которую они на себя взяли, и вот за эту миссию. Каждый из них хотел внести вклад в наше общее дело. И если будет необходимость в нашей продукции, то мы эту работу не будем останавливать, а ее продолжим. Добровольная практика с пользой для общего дела еще больше сплачивает студентов. Делает их сильнее и в учебе. При этом подкрепляет дух патриотизма. Кстати, остатки ткани используют для пошива термоносков бойцам. Ткань из флиса выбрали не случайно. Она сохраняет тепло. Он легок, мягок, приятен на ощупь. Не мнется. Еще его волокна не впитывают воду, поэтому флисовые изделия быстро сохнут и хорошо отводят влагу от поверхности кожи человека в окружающее пространство. Так готовая продукция принесет только пользу. Вместе со своими изделиями для солдат я вкладываю письма, в которых мы желаем им вернуться домой живыми и невредимыми, чтобы они скорее воссоединились со своими семьями. Искренне мы благодарим их за отвагу, которую они проявляют каждый день, рискуя своими жизнями. Перед портнихами стоит задача отшить 1000 комплектов нательного белья. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.